завітали в райський куточок міста Миколаїв до ресторану яхт-клубу «Ольвія». Неперевершене поєднання природи, витонченого стилю та смачної їжі – все це створено для вашого задоволення. Доброе утро! Сегодня я буду готовить помидоры с творогом и чесноком. Это легкая полезная закуска. Ее можно кушать как и утром, перекусом, днем как салат, если вас не смущает чеснок, и поздним ужином. Начинаем. Нам надо понадобиться творог нежирный, перец и огурец нам надо будет на украску, и помидоры, чеснок, соль, перец и йогурт. Йогурт можно заменить сливками. Помидоры нарезаем толщиной где-то 1 сантиметр. Это как наша будет основа. Кладем на тарелочку. И также второе. Помидоры лучше брать тверденькие, не мягкие, чтобы не вытекал сок. Теперь мы делаем начиночку. Добавляем перец красный молотый, солька, чесночок. И сейчас нарежем укропчика. И йогурт. Делаем такую однородную массу. Мешали до однородной массы, и сейчас мы быстро нарежем украску такими тоненькими. И теперь поперек квадратиками меленько. Это мы будем украшать наши помидорки. Вот, и огурчик. Тоже сначала соломка. Режем на квадратики. Вот. Это будет на украшение. Перемешиваем. И теперь мы накладываем творог на помидорки. И сверху украшение посыпаем. Последний штрих. Ложим веточки укропа. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!